углубленный курс по прическам. Для тех мастеров, которые хотят узнать что-то новое и отточить свое мастерство вместе со мной. Также на этот курс я с радостью приглашаю мастеров и стилистов, которые работают на фото, видеопроектах и на телевидении, потому что я раскрываю какие-то секреты, фишки, как с помощью прически можно создать или поменять очень быстро образ в программе углубленного курса. Конечно же, это много причесок. Прически вечерние, коктейльные, свадебные, экспресс-прически, прически для особо торжественных случаев, для выпускных и несколько укладок для того, чтобы создать кудри, локоны, всевозможные модные текстуры. На этом курсе я покажу, и мы вместе с мастерами отработаем самые необычные техники работы с длинными волосами, потому что сегодня время, когда нужно удивлять и радовать своих клиентов, удивлять свое окружение, делать какие-то интересные образы в соцсетях. И мне кажется, этот курс отвечает таким требованиям. Одна из тем углубленного курса – это, конечно, подготовка волос. Как правильно сделать основу прически? Тема объема. Объемные прически, объем в укладках – это то, что всегда спрашивают мастера. Углубленный курс идет 4 дня, но он разделен. 3 дня мы работаем на манекенах, выполняем всевозможные прически, накрутки, разные техники, отрабатываем вместе со мной, а 4-й день особенный – это фотодень. Мы будем отрабатывать уже не на манекенах, мы будем работать на живых моделях. Мы приглашаем реальных, настоящих моделей. Я вместе с учениками выбираю, какую прическу и какой образ мы создадим. Мы делаем вместе макияж, выполняем прическу. Затем я использую аксессуары, украшения для создания полного образа. И потом с нашим замечательным профессиональным фотографом у нас начинается фотосессия. Во время фотосессии я с радостью делюсь своими какими-то секретами, наработками, как создать хорошую, красивую и правильную фотографию. Потому что фотографией я уже занимаюсь очень давно. Сам, к сожалению, не фотографирую, но всегда я знаю, какую картинку я хочу получить. После окончания фотосессии мы вместе с мастерами и фотографом будем выбирать, какой образ лучше, какая фотография более правильно передает ту идею, которую вы хотели создать на модели. Поэтому вы научитесь работать и после фотосессии. Ну а в завершении всего обучения каждый мастер получает не только диплом об окончании углубленного курса, но и качественные, хорошие фотографии. Фотографии после углубленного курса – это отличное портфолио для вас. Вы можете их использовать в своих соцсетях, вы можете показывать им клиентам и для своей рекламы. Именно на углубленном курсе я раскрываю секрет правильного Инстаграма, рассказываю свой опыт, как сделать свою страницу интересной, успешной и востребованной. Буду рад встрече на обучении. Ваш Руслан Татьянин. Очень много отзывов было от коллег о том, что очень круто преподает. И получилось так, что я приехала в Москву и пошла на углубленный курс. Было приятно, когда к тебе подходили и какие-то моменты объясняли, и такие детали, которые сам ты, конечно, должен очень долго проработать, чтобы понять. Очень тяжело, очень трудно. Подходит Руслан, начинает помогать, и все просто прекрасно становится. Из 7 причесок мы выучили за 4 дня. Получила количество советов очень много. Как делать, что делать, как раскрутить себя и так далее. Мне нужны были даже, скажем так, базовые вещи, которые я, в общем-то, за эти 4 дня получил. И я думаю, что они очень пригодятся мне в дальнейшей работе. Я из города Орехово-Зуево, в профессии 10 лет. Руслан я знаю давно, и о нем знаю давно. Не раз была на мастер-классах, но отработка у меня первый раз. Я из города Тверь. В профессии я 1,5 года. У Руслана я выбрала этот курс, потому что он углубленный, все нюансы в прическах, все достаточно подробно, интересно, каждая прическа разбиралась очень досконально, поэтому все круто. Я из города Королев, в профессии начинающий. Это было невероятно, это так информативно, это очень интересно. Для меня, как для новичка, конечно, это очень важно обучиться у такого человека, как Руслан Татьянин. Представляю славный город Екатеринбург, профессии около 30 лет. Это уже 4-й семинар, который я прохожу у Руслана. Человек никогда не стоит на месте, он учится сам и старается научить нас
и делится с нами всеми знаниями, которые он знает. Я из Киева, живу в Таиланде. Прилетела специально на семинар к Руслану Татьянину, потому что влюбилась в то, что он делает. На самом деле, через 4 дня я намного лучше, чем была, когда я приехала. Это была моя слабая сторона прически, и сейчас реально понимаю, что я прям, ох, все могу. А Руслан это вообще как человек солнца, ходит, сияет, всем позитивом заряжает, и также энергией, энтузиазмом. Это были очень насыщенные 4 дня, которые многое поменяли в моем восприятии причесок, многое поменяли в восприятии вообще работы с невестами, с праздничными прическами, с волосами в целом. Большое-большое спасибо. Правда, этот курс очень нужен.